Мир на рассвет. Сегодня вместе встретили гомельчане у одного из самых знаковых мест в истории Великой Отечественной. Мемориал героям-ополченцам на берегу Сожа. По воспоминаниям старожил именно на этом месте. В далеком 41-м выпускники встречали рассвет после прощания со школой, когда светлую традицию омрачила страшная новость о начале войны. Вскоре многие из тех ребят отправились на фронт сражаться за родину. И сегодня молодое поколение Гомеля решило возобновить традицию патриотизма. Акцию «Никто не забыт, ничто не забыто» к 80-й годовщине начала войны поддержали сотни человек, в том числе и нынешние выпускники. Вместе они почтили память погибших солдат и выпустили в небо белые шары в виде голубей, как символ мира и спокойствия на земле. Война – это самое страшное, что могло произойти. На войне воевал мой дедушка и прадед. И эта акция для меня очень многое значит. Она бывает раз в жизни, ты можешь на нее прийти и попасть. Тем более я выпускница этого года. Стоять с лентой и со своими одноклассниками здесь очень почетно. Я пришла не только с одноклассниками, но еще и с мамой, и с братом. Они тоже поддерживают эту акцию. Мою семью тоже не обошла война. У меня пропал без вести дед. Второй прошел через немецкие концлагеря. Вот сегодня у нас все хорошо, мы счастливы. И все меньше этих людей, которые остаются в живых. И очень важна память о каждом этом человеке. Они взяли в руки оружие и оставили все свои планы в прошлом. А впереди были долгие, суровые, безжалостные дни войны. И сегодня хотим сказать, что подвиг ваш и память о вас бессмертна и вечна. Эта память досталась нам от ваших детей и внуков. А мы передадим с гордостью и честью своим детям, внукам и правнукам.